чтобы пукан не горел. Чтобы с леса на кухню прыгать. Летишь. Хорошо, тебе реально нужная штука. Летишь в воздухе, и пукан такой горит, дымится. Она вообще-то дает СПД, либо силу атаки. Пошутил. Зачем тебе СПД? Ну ты себе МП5 дала. Эй, нету чарки МП5 на спину. Я знаю. Блять, как могли вайпнуться на этом трэше? О, спасибо. Это, наверное, не последний вайп еще, да? А это, блядь, синяя хуйня, что не встает. АФК. О, получилось. Причина. ББ спать или... Блин, это хуйня. Кто это Ромин, блядь, исполнил нахуй? Или кто это исполнил? Я хуй знаю. Наверное, Ромин сидит ржет. На, Ромин, наверное, пожестче мог написать. Может, от Юли фанится там? Нет. Нет. ББ спать или... Тут трава у меня перед лицом был. Ползучий кошмарник где-то должен быть. Причина кика. Краб ебанулся. Чё, блядь, я здесь. Тихо-тихо, захильтесь, блядь. Да сдохните сейчас. Кто сдохнет? Чё, в 4 хуярим? Ну, чё. Ну, бравые ребята, как ты говоришь, нам все по плечу. Нам все по плечу. Циркуля, блядь. Че, нет, что ли? Пусть не пошли в РБК, блядь. Сейчас войско дам, пацаны, нормально будет. Тимити законтролилась, скибануться. Давай я сало дам. А, все нормально. Затеряли меня, сука. Че делать? Спасите меня, я сагру сейчас трэш. О нет. Ебать. Дымич меня пиздит, смотри. Сука, дал стан, нахуйся. Ебать! Что за хуйня, э? Захуярили. Нет, нет, нет! Сука! Прикинь. Блядь. Ну и как их убивать? Какие вы нубы. Сейчас мы на срезы. Так, всё, погоди. Где она, сука? Всё, тихо, встаем. Кто там, блядь, резко? Смотри, на зачем? Примется с ума. Ой, блядь, резко. По телу попробуй. О, ништяк. Тело резните. Тело её ищите. Хорош. Не выходи, пока ищем тело. Пошел тело. Точно как... Надо было кого-то убить, да, убийца убил, такой, говорит, я, говорит, убил его, но я сам видел, я там упался в рыбок, мне нужно его тело, блядь. Так это видно. Лежит, спрятает мертвым. Надо, не добирайтесь, я знаю. Реально, вот я смотрю, лежит, короче, так это. Где, где? И вот, приблизитесь, лежит тело, рот открытый. Видишь? Сдите, сука, меня хватит на вход смотреть. Сейчас я еще скрин сделаю. Сука, сделал. Сейчас кину в дискорд. Есть не прять меня. Так я лес лежу. Эту леса по телу резните. Блядь, вот твой труп лежит. Вот видишь, подаю, подаю. Не хочет. Блядь, я захожу, короче. Резнулся? О, ништяк. Резнулась, я за
Там арестовалась, ништяк. А, ну пока бежишь, я тебя скрин скину. Сагрил, что ли? Ничего не сагрил. Что ты делаешь на тех, кто-то смотрит? Да. Короче, смотрите, какой скрин у меня есть. Скидывай. Сейчас. Вот. Тело с приоткрытым ртом. Где? Не вижу. Вот в Дискорде, в основном канале. Сейчас. Блин, не вижу все равно. Нажми на флот вверху, где генерал флот. А, ага. Нажми на флот. Вот, во флоте. Мой угар. Зачем добираетесь-то? Нам остался один просто. Да, давайте один куплять. Тут... Доберем трэш, убьем и кипнем. На забудем. Ага. Чё, кого там убивать надо? Поражает. По-моему, им нужно, да, косты бить? Да, нам не агро висит, только я не понимаю, чьё. Этого хуйня надо убить. Тихи здесь. А, ты не бежишь. Причём я могу сидеть есть. И... ну, как-то странно. В смысле, то, что это если? Ты что, Акрила, сука? Не сдохни. Не дохни, бабл жми. Иди двину хилит кто-то. Бля, я ебу. А где? Где? Где упало-то? Где упало-то? Самая смешная, блядь, она сова с подписью «Мы на фул», блядь. Вообще, блядь. Какая ги, конечно, ядерная, блядь. Если у нас не получится с этими трайбами ничего, приглашаю вас вступить в эту гильдию. Под ее знаменами, блядь, покорять Сирус. Блядь, РПК покорить не можете. Периодически, блядь, рофлес название, нахуй. В рейдах такие, блядь, мы на фул, да. Сейчас у меня краб и такой. Краб и такой. Стан, дай ему, стан, дай ему красную джаку. И ты про Роми говоришь. Её краб захуярит уже второй раз. Как так вышло? Краб ебанулся. Ой, это пиздец вообще. Ебать, опиши мне, как так вышло? Ну, ты как пиши. Ебать, ебанулся, говорит. Походу, ребята, мне кажется, мы ебанулись, блядь. Вообще, блядь. Это, ребята, это РТС с 7 часов или со скольки было время?
время уже за ночь, я уже даже, блядь, бегать не могу. Завтра так же будет. Хотя нет. Магда по-любому думает, блядь, чего я туда-сюда. Короче, если я еще раз загрю, я, блядь, не пойду дальше. Чуть не плачь-то. Сейчас пойду за тобой и все проконтролирую. А кто там опять? Хули, мага там подставил. А почему? Зачем ты его подставил? Согрел трэш, сдох, блядь. Он за мной пошел. Я решил его кинуть нахуй. Блять, я опять загрела. Да не может быть. Ну вы гоните, блядь. Я в РБК говорила она. На три захода говорила она. Сука, вы что за забыла убить? Заберите. О, краб, нихуя из стенки умеешь. Из стенки краб на меня напал, блядь. Я убил его. Пошли спасать. Пошли спасать. Наверное, это, наверное, тот, который забагался. Тебя Петр отзывал, тот забагался. Фу, блядь. Еба. Это лимон, готовься ловить. Чего? Готовься ловить. Мы бежим к вам, блядь. О, блядь, жаль, Гурский это не видит. А где? Мы тут. О, смотри, они бегут, вот они. Трэш идет, нихуя. Давай, лаковый нахуй. Беги, ёба на врот. Сука, войско дает, КД, блядь. 3 секунды, подожди. Потерпи, браток. Ща КД. Все, даю войско нахуй. Все, давай, ебать. Ща рейсник. Не покидайте тело, ну вот нахуй. Чего опять сагрили? Так вышло. Ебать. Я не могу больше, сука, только ржать. Будем считать это досадное стечение обстоятельств. Слышь, а мы ржали над типами, что они, короче, Кару Гер на перегонки проходят, блядь. Сами, блядь, не лучше, да? Сидим ебашим тут. Смотри на этого быка, блядь. Себя посмотри, червяк. Я крокодил. Червь. Крокодил. А у тебя вон на глазу что-то, блядь, очко какое-то есть. Потом еще в гробнице мана сходит. Смотри, у него глаз светится, блядь. Ну нихуя. Портовая плюха. Как это, девушка Джека Воробья, Пенелопа Круз. Вообще ты не Пенелопа Круз, да? А кто там? А это как ее? Не Натали Портман, а вторая это. Это это. Кира Найтли? Да. Так это не Джека Воробья. Я говорю про четвертую часть. Или про пятую. Про четвертую. Там Пенелопа Круз была. Такая испаночка. Бля, маг такой ты вообще. Да похуй на мага, типа. Трэш! Сука! Мураны тончие, блядь, хили. Магу резай, заливай. Никого нельзя умереть, как. Сука. Бежит сзади, я пробежал, блядь, Марк Сагрил, пишет, ебал Павла. Странный человек. Ты что-то там ходишь в инвизе. Пил, маг резать, блядь.
Макрарил, конечно, еще пать. Ну, заебался, все на свайпе. Нахуй его добрали. Поэзия фольги, какой-то укур. Так и до этого был шаман с той же гильдии. Да? Ага. Ну чё, давайте попробуем с третьего раза, да? Всё, подожди, Петр, выживи. Ворожей, ворожей убить. Ты жри, мама, лучше сейчас вайпим с тебя. Чё там? Ты на меня откроешься. Ай, блядь. Вы гоните, что ли? Как, блядь, ромеров, не знаю. Ничего, ребят. Тихо, сейчас спит. Танка, что ли? Не. Пета призвал, что ли, что? Ну, войско КД. Всё, погнали. Да и усало выражение. Да, он захуярит. Горгулью, ебать, меня законтролили, алло, а нет, это фиг. Ну да. Чуть теперь был. Ух, поржал на неделю вперед. День рождения, можно сказать, прошел отлично. Копай руду. Это золото слез не смеялось. Бля, осторожно, трешак. Сука. Не хвост. Он еще ворожья сейчас придет. Пиздец будет. Там нет ворожей. Только хилы. Жаль, только там две пачки. Вон Роми, Швачдан спрашивает, где можно жрет. Как я не люблю проблемы, ребята, вот с этими пыкать, блин, так она меня займала. Поводеет башен. Нормальный пацан. Прям через озеро беги. А, там крабы бьют. Краб ебанулся. Беги прям по озеру нормально. Ну. Да. Смотри, как плыву, блядь. С топором, с молотом. Я такой кинкобежный мчал. По озеру на тапках. Я сейчас надо отхиливать жестко, да? Я отхилю. Тут же не контролирует. Он будет мордочки тереть, согласен. Вот бы задний. Про что? Там, где метеорит падает, и там этот, который в секретных материалах снимался, тип, короче, и негр. Духовный? Да, духовный и негр. Матный фильм, да? Мультик же еще был потом, эволюция. Чё ты его дёргаешь? Смотри, в следующий раз как будет прикольно. Начнём делать, смотри. Там мы. Говори,
сила. И там в конце, короче, клетка большая. Ну, взорвали, короче, всю живность, блядь. Ну, все инопланетные существа, блядь, размножали землю. И все превратилось в большую амебу, короче. Сука, прям в пустыне там стоит, клетка большая. Как фильм называется? Эволюция. Сейчас посмотрю, как это клетка. Ну, короче, там этот... И это на пожарной машине поехали. Яб какой-то выстрелил. Какую-то хуйню, короче. Ну, и... Все закончилось, короче. А там, ну, задний проход, но ну, там такая дырочка посередине была. И, ну, короче, куда эту лестницу и куда этот негр прошел, короче. Задний проход. И понял, ну, короче, ну, все закончилось. Вот это завершилось. Ну, и, короче, он такой говорит, ты не поверишь, чего я там, говорит, навидался, блядь. Да, что, еще реглим одна? Я уже про ПК боюсь, правда. Тут что, РЛК или РПК реглим? Не ясно нам. Короче, я реглю там. Идите сами. Меч какой-то сраный. Идите босса. Погнали, давайте только это. Собрано быстренько. Мак, ну, что там, 6К дает, пусть идет. Да, нормально. Мак рванул. Ну и нормально. Куда регнул РЛК? РЛК? Я РБК регнул, могу РЛК регнул. Я вот думаю, что тут же РЛК. Давай РЛК, вот. Быстренько, бежим. Уже зигзаги. Да, с такими РБК, блин. Нет, я, кстати, в РБК наоборот поржали хорошо. Я очень устала после рейдов, потому что я не могу с такими людьми рейдить. Тяжело, но... Да не, ну, на самом деле еще большая нагрузка рейдовая. Считай, вот во сколько я пришел, в 12. Блин. Ну, считай, я 12 часов рейдил. Ой, слышишь? Сегодня с 12 до 12 еще продолжаю сидеть. То есть, ну, я не удивляюсь просто, что люди начали слакать. Согласен, да. Когда рейд тупит, там начинаешь слабо. Даже если ты там игрок высококлассный, тогда все равно в глаза долбишься. Старые добрые тролли. Стрелой, наверное, убил. Покинь тело, ты быстрее прибежишь, чем у тебя рез будет. Звездопад покинет тело. Нихуя себе, еще первый когда пресс. Пять тысяч белой атаки хуяри. Тупов ты дал. Чё? Нафига ты тупов, ты ёжик. Да хрен понятно. Думал, что дать каплю или боб, дал боб. Кому тут некроман. Сейчас. А ты бабл, да, теперь не сможешь нажать? Ну, нормально. Хуйся. Схуяли. Я в ТД вышла. Кто? Кто? А как ты умерла? Что? Я понял, давай сейчас едем тоже. Че там трэш еще был, что ли, или че? А, Дима, пишка. Это же не было трэш, как ты умерла. Фоми, ты зачем хилом дорекнул? Я ж не видела, что ты хилом. Я спекнулась в ТД, потому что в ТД я вам пришла. Все, я понял. Да,
Кто из вас хилит? Да умри. Пиздец, мы даже тут вайпы взяли. Регнули рука, да? Ну да, это попроще, да? Пиздец. Ой, может сдохнешь уже? А где выход? А вот. Где выход, бля? Ты видел? Ты чё гоните? Ты видел, как я чеки набежал? Где выход, блядь? Нет, без дохну, блядь, где выход, нахуй? Сука. Где выход? Ебать, какой-то яд повешали, я просто сдох перед целым порталом. Происходит. Тапки взрываются. Угу. Такой летишь. Угу. Далеко глядишь. Сейчас крест. Ты просто смотри на ДПС. 5 ДПСеров, вроде. Ну там 4 ДПСера. Без хила так не пошли. Просто нет, пиздец. Короче, врываюсь. А говорю, весь трэш. Ману допью, ровно, сразу ворвусь. Дал. Ты его ведь притянул. Это чего еще можно вроде ограниченное получить? Ну да, нужно дамага и гишам. Это не должно быть больше 200 стаков от врачей. Сейчас делаем. Нет, все это не делается. Если механик так не бегут, он дырками вызывают детеныши. Тут если их сразу заливают, там маг есть, кольцо льда, то они если не добегают, то не вызывают. Пускаем, пропускаем, ребятушки. Кого пропускаем? Косов, я уже не могу. Пропустим? Ну давайте пропустим. Я уже не могу. Мимо пробегаешь, стойте. По стеночке. Че, не знал? Mm-hmm. А их, кстати, мы точно так же. Точно так же скиповали. Ну, когда УД фармишь начальным персом 200-м каким-нибудь, можно и на фул походить. Ну, нормально, я же 226 уже похуй. Первый там сломался. Ну что, убивать будем дракончика? Нет. Не будем? Он же классный. Будем. Время столько тратить.
Там кожа. У Ёжа. Кожа эротически мертвая. Чё, много кожи? Ты начинал убить. Бьем нет. Альналар. Будем бить? Пизду его, он ушел. Я уже спать хочу. Погнали на лаз, там еще, блядь. Мы сходим, потом второй рефальный ход. Спасай. Серьезно, что ли? Хуя он сагрил. Бля, не надо. Нахуя ты это делаешь? Бля, паладин тоже вас что, гоните, блядь. Ронни, зачем так? Блять, срочно нужна кожа, видимо. 2 часа 28 минут. Кстати, не такой уж он долг по сравнению с Новосом. Тупо пару минут бить его и все же меньше 1 минута. Пока ты бежит, кожа пропадется. Кожа. Мы еще траву с прошлого ПП не порулили. Там рана какая-то, мне полностью слить тебя. Смотри, смотри. Короче. Ронни закрыл босса, там говорит кожа. В итоге, сука, паладин всю кожу содрал, пока Роми пишет. Да-да-да, кстати. Паладин содрал всю кожу, блядь. Роми. Бывает чё. Не надо было дохнуть, надо было кайтить. Уёбок. Спить всю кожу, да? И все принимают всю хуйню, да? Я в ахуе. Кто голосует за, блядь? Мне вот что-то вопрос, блядь. Ами, давай быстрее, пожалуйста. Кто будет говорить, блядь, из этих гильдий, блядь, гандоны, нахуй, да, ходят в ПП, блядь, текают с лава, нахуй. Текают, блядь. Вообще, по-моему, не помню. За кожу. Ты чё, в кошке не мог бежать? Ну он не знает, что он садится, не знает. Как ты уже ранее, там не кошка, там олень. Как он раньше? А как он, блядь, сел на бою на лошадь? Слушай. Помнишь, а как Войт в бою сел на лошадь? Я ему говорю, блядь, Войт может даже в бою сесть на лошадь. Блин, всех сразу. Ебашь. Там с небес кто-то спустился еще. Ты бы там не спустился с небес. Вы, солдаты Гондора, останетесь стоять на месте. Юля, вы говорите, что в пещерках скучно. Блять, похлеще, чем на БГ бывает. Это чё, на БГ бомбёжка страшная, на БГ так не бомжёшь никогда. Мы тут отдыхаем посреди СПВП, да? Я на самом деле отдохнула после рейдов тут. Блять, мой моб сейчас сагрил, сука.
Мне трэш не будет. Конченый пед. Ёбаный ты чёрт, блядь. Шаман хилит. Он, блядь, мы в уголочек уйдем, пусть к нам тоже бежит. Отлично. Сразу расконтролили хил. Блять, какой же потный день на рейдах. Хе, ты видал, как он хильнулся быстро? Заебал. Че у тебя за клинки на ретуке? О, тоже выборы есть. А, черепок. Черепок буду. Ну, черепок бы сролить вообще норм. Тут запас РС-ки, он классный. Че? Вон Шреддер забрал. Мне кажется, они им не помогают. Я смотрел ДПС и чувствую, что я скоро ретрик, когда буду ДПС. Я буду перегонять людей. Твоего и левел уже выше. Спектр по-любому менять. В общем, не пещерный паладин. Вот, надо научить ставить танков в дракон. Нормально. Жмите все, кроме кнопки 2. Там в скелет превратился. Поближе, блядь. Ну, наконец. А где сюда? Да. Выдох облегчения. Можно дать лес. И пойти спать.